Меня зовут Лазджон Абдулазизов, я из Узбекистана. Я первый выпускник концентрации Environmental Management and Sustainable Development Американского университета Центральной Азии. И я учился здесь 4 года. И я хочу вам рассказать, какие возможности есть в АУЦА именно в этом департаменте. Хотелось бы начать с тем, что Environmental Management или сфера экологии в Центральной Азии – это что-то очень новое, и у нас такого не было до этого. И то, что мы получаем американское образование, диплом американский – это очень хорошая возможность для нашей молодежи получить бэчелор или бакалавр у себя в Центральной Азии, потом в дальнейшем поехать или в Европу, или в Штаты, и учиться дальше. И что хорошо в АУЦА или здесь – то, что когда я сам учился в Европе, у меня была возможность поехать в Европу учиться семестр, я как-то мог сравнить образование, которое я получил здесь, и образование, которое получает там, в Западе. И то, что мне понравилось, что мы учили одно и то же здесь и там. Только там студенты платили за образование около 50 тысяч долларов, а здесь за 5 тысяч долларов могли получить такое образование. И другое преимущество АУЦА в том, что почти все студенты АУЦА не получают финансовую поддержку, включая меня. Вот 4 года я не платил ни за что, я учился в Норвегии, тоже бесплатно. И кроме этого, если вы очень хорошо учитесь, если вы можете себя показывать, и если у вас есть разные проекты, в АУЦА есть очень много возможностей, например, сделать ваш research или научную работу именно в том месте, где вы хотите. Например, у меня тема моей дипломной работы была связана с Аральским морем, и поэтому я получил грант, который покрывал мое путешествие в Аральское море и обратно, и это было очень хорошей помощью. И кроме этого, я хотел бы сказать, что во время учебы, когда мы учились здесь 4 года, у нас была возможность поехать в Кумтор, организацию Кумтор, у нас было вообще 3 путешествия, когда мы изучали, как они добывают золото, как они ее перерабатывают. Кроме этого, у меня была возможность пройти практику, стажировку в GIZ и ICRAF. Это 2 очень популярные организации, и у меня, когда я проходил стажировку в ICRAF, мы ездили в Южный Кыргызстан изучать хлопок, как она вообще растет, и разные методы орошения хлопка. И моя тема, она очень сильно связана с орошением водой, из-за этого это было очень-очень полезно для меня. И кроме этого, когда мы проходим стажировку, мы уже можем как-то познакомиться с новыми людьми, и если мы сможем себя показать, мы можем после окончания университета спокойно пойти и там работать, потому что они уже знают, какое у нас образование, что мы можем. Я подал на магистратуру и был принят, и в следующем году я еду в Европу снова получить свой мастерс, и в дальнейшем я тоже думаю дальше продолжить свои образование, стать, может быть, профессором или там вернуться, может быть, в АУЦА, если вы поступите, может быть, когда-нибудь я вам буду преподавать. Кроме образования, мы тут получаем самое дорогое. Мы тут получаем друзей, которые смогут нас поддержать всегда. Это не обязательно, чтобы это были ваши ровесники. Мы получаем друзей среди профессоров, которые всегда будут поддерживать и помогать. Поэтому АУЦА – это место, где нужно учиться. И если вы хотите получить отличное образование у себя дома, то нужно поступать в АУЦА и особенно в наш департамент, потому что у нас самый лучший департамент. Я вам честно говорю.